В Мариуполе разрушено здание роддома и детской больницы. Власти города и президент Украины обвинили в атаке на гражданский объект российскую армию. На опубликованных официальными лицами и очевидцами фото и видеоматериалах видно, что здание роддома практически разрушено. По данным украинской стороны, в результате обстрела пострадали 17 человек, в том числе и пациентки. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы люди. За несколько часов до обстрела роддома в Мариуполе официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в размещении там, цитата, националистов и боевиков, которые, по ее данным, выгнали из медучреждения персонал и пациентов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российские вооруженные силы не стреляют по гражданским объектам. Спутниковые снимки демонстрируют множественные разрушения невоенных объектов Мариуполя, который подвергается многодневным обстрелам и фактически осажден. Киев вновь запросил западные страны закрыть небо. По данным ООН, за 14 дней на Украине погибли и получили ранения без малого 1500 мирных жителей. Свыше 2 миллионов стали беженцами.